Ямал присоединяется ко всероссийской акции «Мы вместе», которая начала работу в обновленном формате. Штабы-центры по оказанию помощи семьям мобилизованных граждан будут действовать во всех муниципалитетах округа. Стать волонтером или предложить свою помощь может каждый ямалец. Именно сегодня, как никогда, мы видим огромное единство всех жителей наших городов и поселков. Стать сопричастным к большому делу «Мы вместе» может каждый, оказывая волонтерскую помощь, принося какие-то вещи в пункты сбора гуманитарной помощи. И, конечно, тут самое главное, мы видим это рвение у всех ямальцев, это быть внимательным, выражать заботу к семьям и к родным тех, кто сегодня защищает родину. Родственники участников СВО уже могут воспользоваться сервисом взаимной поддержки горячей телефонной линией 8 800 234 11, работающей круглосуточно. Волонтеры принимают заявки на оказание бытовой, психологической, гуманитарной и юридической помощи семьям военнослужащих. Сотни наших земляков были призваны на защиту Родины. И до того момента, пока они не вернутся, семьям этих молодых и бодрых людей необходима поддержка. Это может быть психологическая помощь, это может быть юридическая помощь, это может быть бытовая какая-то помощь. Просто отвезти ребенка в школу, наколоть дров, может быть, там, не знаю, выговорить домашнего питомца, это может быть все что угодно. Но эта помощь сегодня нужна. Кроме того, в округе в рамках акции «Мы вместе» объявлен сбор гуманитарной помощи для российских военнослужащих. Прием продуктов и вещей идет в местных отделениях партии «Единая Россия». Список необходимых вещей еще формируется, но важные категории известны. Средства гигиены, одежда, медицинские изделия и расходные материалы. Для соблюдения санитарных норм все предметы гуманитарной помощи должны быть новыми, в цельной упаковке и с этикетками. Транспортировка гуманитарной помощи для военных будет проходить по маршруту Салехард, Надым, Новый Уренгой, Ноябрьск, зона СВО.